Зачем он приехал? Ну, не знаю. Лично мне кажется, здесь нельзя однозначно что-то сказать. Там он приехал только из-за денег, да? Ну, понятно, что, наверное, этот фактор присутствует. Вот, я не знаю, что может, вот Алексей, можете что-то на это сказать? Мне кажется, что с одной стороны, Рой, он с одной стороны устал от бокса, с одной стороны, ну то есть просто устал. То есть, когда я смотрю на него, мне кажется, что как какой-то мудрый очень опытный человек, старик, 80 лет, на глаза смотрю, с такое ощущение, что ему там 100 лет. А с другой стороны, может быть, просто уже не может вот уйти от этого. Может уйти от Да, этого, по не может. инерции уже. Да даже не по инерции, а просто вот ну, не может. Ну, когда вся жизнь Да. проведена в этом, да, Как ходит вот он Ну, он еще высказал такую мысль, что я никогда не был чемпионом мира кроссера. Да я думаю, что это. И я думаю, что у него все-таки еще остается чувство такого чего-то недоделанного. Ну, он Может сейчас, быть, так. он может быть просто все-таки можно говорить все, что угодно, там путать великое прошлое с невеликим настоящим, да, как очень часто делается. Да, нет, просто. Для того, чтобы пропиариться, Нет, просто. просто я хочу сказать, что Рой Джонсон в настоящий момент это человек, который из последних 11 боев проиграл 6. Можно говорить все, Причем что три угодно. последних, да. Вот, это можно говорить все, что угодно, но это так. Да, конечно, И он безусловно. может быть не, и я его понимаю, и как мужика понимаю, не хочется уходить вот после того, после такой карьеры, не хочется уходить вот так. Нет, ну а причина тоже достаточно серьезная, если он себе ставит задачу, что я не был чемпионом в этом весе, у него есть такая Ну, возможность. если действительно он ее ставит себе, как бы, что называется, в душе, да? То есть можно говорить, что я собираюсь, а если этот внутренний стержень, настрой у него. Вот в этом самый главный вопрос. Здесь насколько вот он будет готов в бою? Если Рой, я думаю, что действительно по скорости Джонс, наверное, быстрее, чем Лебедев, да? То есть вот гораздо даже в свои там 42 года, то есть за счет этой скорости, почему бы нет? То есть может переиграть его по очкам, но будет ли он готов, да, проведет ли он свой тренировочный процесс на 100%, да, чтобы подготовить Я себя? боюсь, Вот что это вопрос. И вот лично как-то я не уверен, что, да, что Джонс отнесется к этому с полной отдачей. Хотелось бы. Я думаю, что все уже и без меня сказали. Просто на самом деле, наверное, просто когда твоя жизнь прошла вот в каком-то деле, да, и вдруг это раз и заканчивается, тоже как-то трудно. А что делать? Остается пустота. Это там Ленокс Льюис может там играть в шахматы и любить свою жену, да, и быть сейчас быть счастливым человеком. Да, это далеко не все так могут. Я вот встречал единицы, должен сказать, боксеров, вот которые после окончания карьеры вот производили у меня впечатление абсолютно счастливых людей, вот больших этих вот. Вот Хеглер мне показался таковым, Льюис показался таковым. Вот. Мурчиана таким был. Говорят, да, ну тут Серьезно. понятно, мы понятно его не видели, Да. да, говорят, Мурчиана таким был. А так, вы знаете, люди живут в прошлом, в прошлом и прошлом.